светофор, низкие цены и какие высокие сугробы. Сегодня 20 марта. Показываю вам, где наш находится светофор. Улица Октябрьская, дом 115. Город Каменск-Уральский. Очень удобно, что здесь есть остановка общественного транспорта. Те, кто не имеет своих собственных автомобилей, могут вот так на автобусе приехать и приобрести нужные товары. Всем привет! С вами Вера Ларина. Рада видеть вас на своем канале. Заглянем в светофор. И первое, что нас встречает, зеленые ценники, скидки на два товара. Форель 390 рублей и детские полусапожки. Пойдемте скорее искать и эти товары, и что еще хорошего и нужного встретим по дороге. Начать хочу вот с такой новинки в холодильном отделении. Привезли свежее мясо, давно не было его в продаже. Как сказали работники магазина, это молодые поросята. Свежее охлажденное мясо и задняя часть, и ребрышки – все выглядит вполне прилично. Свинина на кости, туши, полутуши, разрубленные, охлажденные – вторая категория. Цена – 170 рублей за килограмм. И вот он, товар дня – форель радужная. Думаю, что все знают, что радужная форель – не морская рыба. Выращивается она в искусственных водоемах. В этом ее отличие от морской форели. С виду рыба неплохая. Серебристая чешуя и характерная розовая полоса вдоль тушки от головы до хвоста. Форель радужная менее жирная, чем обычная форель, и поэтому хорошо подойдет для диетического питания. Производитель – общество «Прогресс», Петербург. Я по гороскопу рыба, может, по этой причине люблю рыбу больше, чем мясо. Купила и на сей раз, не могла устоять. Посмотрим, какая будет на вкус. Рядом свежемороженая сельдь. Раскупает ее неплохо, потому что недорогая цена – 76 рублей за килограмм. Но селедка мне показалась, что выглядит похуже форели. Я сомневаюсь в ее качестве. Такую я бы себе не стала покупать, но выбор за вами. 1 килограмм – 76 рублей. Производитель общества «Ника», Московская область. Стейки голени индейки. Я покупала ее в прошлый раз. Пока еще в запасе в морозилке она у меня лежит. Это новый привоз. Посмотрите, как отлично выглядят эти стейки. И к тому же очень вкусные. Смело могу вам порекомендовать. 196 рублей за килограмм. Продажа теста дрожжевое слоеное, замороженное. Рядом слоеное пресное тесто. Ведь начался Великий пост. И такое тесто хорошо раскупают. Вес 500 грамм. Цена одинаковая на оба теста. 30 рублей. Долгожданные жареные чебуреки с мясом. Много раз меня спрашивали про них. В составе мяса птицы – мех обвалки, поэтому и цена недорогая. За 1 килограмм – 100 рублей. Покупать или нет – решать вам. Покупателей все больше в торговом зале, несмотря на то, что это еще первые часы после открытия магазина. И в этом светофоре появилась, наконец, мука хлебопекарная высшего сорта. Давно не было ее в продаже. Шадринский комбинат хлебопродуктов. Вес 10 килограмм. 253 рубля. Порадовала меня вот такая новинка сегодня. Это компот из вишни. Выглядит так аппетитно, как будто домашняя заготовка. Торговая марка «Густус», Петербург. В составе вишня, вода, сахар, лимонная кислота. Вишни не пожалели положить. Достаточно много. Должно быть вкусно. Объем 680 грамм или граммов, как кому нравится. Цена 79 рублей. Пресервы. Сельдь тихоокеанская, крупная, жирная, специального посола. Эта сельдь изготовлена в море, на плавбазе «Доброфлот». Отзывы хорошие. Пресервы вкусные, но чуть солоноватые. В банке 1 килограмм 450 грамм. По цене 175 рублей. Рядом сельдь другого производителя. Сельдь атлантическая, неразделанная, пряного посола. Состав рыба, соль, специи. В пластиковом контейнере килограмм 300 грамм. По цене 128 рублей. Квашеная капуста с морковью. Сочная, много сока. Должна быть вкусная. Мы изредка покупаем такую. 83 рубля за 900 грамм. Икра тресковых рыб, подкопченная в соусе. В стеклянной баночке 180 грамм. По цене 60 рублей.
По-прежнему в продаже мюсли, запеченные с яблоком и грушей, а также мюсли, запеченные с цукатами и бананами. Мюсли без пальмового масла, консервантов и красителей. Вес 500 грамм, по цене 74 рубля. Новинка в светофоре – семечки от Мартина. Привлекательная упаковка. Отборные семечки – солнечный урожай, обжаренные. Урожай 2020 года. Вес 500 грамм, цена 60 рублей. Финики сушеные с косточкой. Выращены и привезены из Ирана. Урожай 2020 года. В мягкой упаковке 1 килограмм, по цене 110 рублей. Новое поступление – орехи миндаль. Сладкий миндаль, богатый витаминами и микроэлементами. Видно через упаковку, какие крупные орешки. Вес 500 грамм, по цене 364 рубля. Фисташки – неочищенные орешки, жареные, соленые. Покупали уже, очень понравились и сегодня еще раз куплю. Орехи свежие и цена бюджетная. За 300 грамм – 228 рублей. Пирожная корзиночка из песочного теста с вареной сгущенкой. Хватит на них смотреть, разглядывать. Сегодня обязательно куплю. В упаковке 800 грамм, цена 127 рублей. Новинка для детишек – Playmi Буба. Два в одном. Сладкий попкорн в прозрачном пластиковом стаканчике. Сюрпризом. Под крышкой находится 3D-игрушка. Цена 105 рублей. Мое мнение – дороговато для горсточки попкорна и маленькой игрушки. Мохито – безалкогольный напиток торговой марки Fresh Premium. 1,5 литра по цене 22 рубля. Питьевая вода артезианская, негазированная, Эверест. Бутылка 1,5 литра по цене 13 рублей. Осветленный гранатовый напиток с добавлением сахара. Допускается естественный осадок. 1 литр по цене 33 рубля. Кукуруза консервированная, салатная, производство Китай. Отрицательные отзывы по ней по составу. Я решила купить ее сегодня и самой убедиться, можно ли такое употреблять в пищу. 34 рубля. Рядом кукуруза российского производства. Кукуруза сахарная в зернах высшего сорта. Производитель ООО «Пищевик» Краснодарского края. И эту баночку сегодня приобрету и наглядно сравню, в чем разница с китайской кукурузой. Вес 400 грамм, цена 40 рублей. В следующем видео постараюсь поделиться с вами этим сравнением. Перчатки хлопчатобумажные, 10 класс, с одинарным латексным обливом. Перчатки прекрасно сидят на руке, надежная защита от повреждений. В упаковке 3 пары по цене 62 рубля. Перчатки хлопчатобумажные, прочные, к износу, а синие точки из ПВХ дают дополнительную надежность. В упаковке 5 пар, цена 40 рублей. Электрический силовой удлинитель Вольстен 25 метров. Одна неразборная розетка. Провод черного цвета, удлинитель свернут в круг. На ярлыке указаны все технические параметры и характеристики. Цена 399 рублей. Краска для стен и потолков на водной основе, белоснежная. Краска очень хорошо и равномерно покрывает поверхности. В пластиковом ведре 3 килограмма по цене 76 рублей. Армированная универсальная пленка. Ширина 2 метра, длина 10 метров. По цене 408 рублей. Навес-защитник от птиц и вредителей насекомых. Цена 224 рубля. Парник туннельного типа «Старт». 5 метров длина. Цена 224 рубля. Решетка садовая, морозостойкая. За 10 метров цена 398 рублей. Лейка садовая на 10 литров. По цене 133 рубля. Универсальный ящик для рассады, емкость 17,5 литра. Цена 36 рублей. Можно купить набор для рассады «Агроном». Такой же поддон, плюс к нему горшки 10 штук по 1 литру. 118 рублей. Поливочный армированный шланг 20 метров длина. Трехслойный, военный. Цена 433 рубля. Поступило в продажу мыло хозяйственное 72%, твердый кусок 200 грамм. Запах мыла обыкновенный, именно хозяйственного мыла. Изготовлено в Казахстане. Цена 10 рублей. Впервые в продаже чистящее средство для стеклокерамики, духовки, микроволновки.
эффективно и быстро удаляет жир и убирает неприятные запахи. Объем 1 литр, цена 63 рубля. Производитель – Новосибирский завод бытовой химии. В продаже интоксицид диклофос «Форте», торговая марка «Варан». Мне понравилось, что это средство без запаха. Средство для уничтожения нелетающих, а также летающих насекомых в помещении, в том числе муравьи, моль, мухи. Объем 680 мл, цена 121 рубль. Черное мыло для бани и душа с маслом ши для интенсивного питания и увлажнения кожи. 500 грамм в пластиковой банке, цена 84 рубля. Освежитель воздуха «Свежесть после дождя». Аромат напоминает запах свежей зелени с цветочными нотками. 400 мл по цене 40 рублей. Аэрозоль Рексона – антиперспирант с микропудрой для сухости и комфорта кожи. Симпатичный пело-розовый флакон. Объемом 200 мл. Цена 86 рублей. Натуральное детское мыло «Ромашка». Самое нежное и нейтральное мыло для ухода за детской кожей. Мыло твердое, кусковое. 4 штуки в упаковке, по 35 грамм каждая. Цена 30 рублей. Кондиционер для белья «Биопроф» – альпийские цветы. И «Биопроф» – весенняя свежесть. Придают белью мягкость и приятный аромат. Пластиковые бутылки 2,7 литра. На обратной стороне информация по применению. Цена 81 рубль. Влажная туалетная бумага «Эконом Смарт». Деликатный уход. Удобная упаковка – 80 штук. Цена – 39 рублей. Новинка в светофоре – «Макси» двухслойная туалетная бумага с тиснением и перфорацией. В мягкой упаковке 12 рулонов. Длина каждого рулона – 35 метров. Супроцентная целлюлоза. Цена – 159 рублей. «Экстралонг» – отличные двухслойные бумажные полотенца торговой марки «Ова». Я часто покупаю такие, мне нравятся. В упаковке 2 белых рулона, каждый рулон длиной по 33 метра. Цена 79 рублей. Недорого. Двухслойные бумажные салфетки Elara Home. Салфетки стопроцентная натуральная целлюлоза. 200 штук в упаковке. Цена 35 рублей. Губка хозяйственная «Хорошея». Постоянно нужная вещь на кухне. Размер 60x80x30 мм. 10 штук. Плюс одна штука в подарок. Цена 18 рублей. Спасибо всем огромное, кто смотрел это видео до конца, подписался и поставил лайк. Все ссылки на социальные сети у меня под видео. Проходите и подписывайтесь. Буду ждать от вас комментариев, а что купили вы в последнее время? Какие товары вам понравились в этом видео? А что не понравилось? Всем отличного настроения. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.